сети набирает популярность ролик с щенком и принтером. Домашнего питомца, впервые познакомившегося с крупной техникой, подловили на камеру хозяева. Маленького щенка печатающая машина не просто удивила, а даже немного напугала. На кадрах видно, что собака подошла к устройству и несколько секунд не могла оторвать глаз от техники. В тот момент питомцу казалось, что принтер не представляет никакой опасности. Однако вскоре из машинки начала вылезать бумага. Это действие заметно напугало домашнего любимца, и он с громким лаем убежал прочь от принтера. У хозяев такая реакция вызвала восторженный смех.